Шнуров рассказал о критике своего творчества со стороны жены. Лидер группы «Ленинград» признался, что супруга часто ездит с ним на гастроли. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров после концерта в Тюмени рассказал, что супруга часто критикует его творчество. Однако он не всегда прислушивается к ее словам. Также он признался, что жена часто ездит с ним на концерты. Они прилетают к нему, когда у него есть свободное время. Музыкант высказал свое мнение по поводу идеи для песен. Слава богу, популярная песня находится в таком направлении искусства, когда она не должна обладать какой-то идеей. У хороших песен, в принципе, нет никакой идеи. У плохих песен должен быть философский смысл, конечно, сказал Шнуров. Шнуров также поделился впечатлениями от гастролей в Америке, куда группа «Ленинград» ездила в сентябре. Во время концерта я стремлюсь сделать так, чтобы никакой разницы не было. Американская публика принимает коллектив прекрасно. Человек приходит на концерт группе «Ленинград» на 2,5 часа, обречен стать русским, просто обречен. Как бы он ни сопротивлялся, он все равно эти 2,5 часа будет русским. На вопрос, когда стучаться до сердца русского человека, Сергей выразился категорично. Русский человек и так забыт, так что, пожалуйста, не стучите в него, хватит. Все пытаются объяснить ему, как нужно жить, сказал Шнуров.